Идет. Запилил, зажарил. Собака. Юла нету. А что же произойдет дальше? Убью Клока, засуицидюсь или Рэмпейдж? Смотрим видео. Здорово, бойцы. Как обычно, с вами Азес. Будем сегодня писать, не знаю на каком персонаже, сейчас посмотрим. Если не заберут пугну, значит пойдем на пугне. Центральный пугна, самая мощная тема. Главное, чтобы команда соображала, что нужно делать. Не знаю, войдет ли это видео в рубрику «Команда мечты», но будем надеяться. Будем надеяться, это будет третья игра. Так что вот так вот. ППЦ. Пугну забирает, да. Пугну. Шаристый парень какой-то будет у нас там, походу. Пугна и Клок. Ну, скорее всего, придется тогда брать лишь Рака на центр. По-другому я не вижу варианта. Другого варианта я не вижу. Будем умирать от палки. Но от палки будем умирать до появления БКБ. Тасала отдали, это плохо. Видишь, Пугна хороший персонаж. Возьмем стик на центр. Вот так вот сделаем. Сам могу создать игру, пацан пишет. Забанен. Так, что ж, ребят, предлагаю в кора что-нибудь жесткое. Тролля нет. Химик, ну хз. Ну ББ, ну не знаю, такой себе пик у нас на самом деле. Ну можно, таким пиком можно задушить. Они сейчас возьмут какого-нибудь тролля или химика, которого мы не сможем перебороть. Ну, у них тупо кора не хватает. Тупо кора не хватает. Да так, посмотрим, что получится. Что получится в этой катке. БХ всегда бесполезный на самом деле персонаж. Если ВС играет нормальные челики, это сентрики, это по КД сентри будут, то что БХ вообще ничего не сможет сделать. Он в инвизе просто не может передвигаться. Будет просто кусок для пугны, кусок для клокверка, изи, кусок для акса. Просто рили кусок, потому что бесполезный персонаж. Очень мало хп. Один. Одна фишка у него — это МС с баунти и инвиз. И все, больше он ничего не делает. Ну и что, ТП-шку может сбить. А так... Да, Алхимос забрали. СПС. СПС, братан. Все, поехали. Гоу сюда. Все, поехали. Так, берем нашу газировку и в бой. Станчик. С прокачкой увеличится урон и АОЕшка на 2 секунды. Диаболики. Смешанный урон. Один из самых редких типов дэмэджа. Есть чистый, есть смешанный, есть обычный. И еще типа херстопера и руптуры. Вот. Так тут у нас смешанный урон, который бьет и через БКБ. И то есть там так... Магический, чистый БКБ там. Ну, то есть там вот так вот он дамажит. Молния, просто же молния. Джампы 7 штук. В крипа в первого кидаешь. Проходит молния, достает до следующего. Ну и ультимейт, самой собой, ДПС. ДПС, ПС. Per second. Все просто. 160 дэмэджа пернова. Ну и, соответственно, когда он у нас включен, у нас уходит мана. И на включение также требуется определенное количество маны. Ладно, поехали. Поехали. Попробуем подблочить немножко. Где-то вперед. На съедение. Так,
Есть первый стик. Будет тут еще раз снова, наверное, давать. Не, не хочет. Без нулика тяжело добивать. Можно сейчас подловить. Подловили. Побьем немножко. Нормально, я там скажу, подловили мы. Подловили неплохо. Палку забрали. Да, без нулика, конечно, вас хитить. Такое себе, ребятки. Макс вышел на центр. Видимо, сказал: «Пугна, тиракви, я на центр би, вышел би». И все, пришел на центр. Шел отсюда теперь. Иду. Но проигрываю крипов, это неправильно, что я ушел именно в такой тайминг. Это неправильно. Проиграл 3 крипа. Но, тем не менее, крипы все равно тут под тэшкой. В любом случае, я их проигрываю. А где пугна? Акс вышел на мид? Просто это свап лайнами. Да, это свап лайна. Делаем вот так, подзакупились немножко. Пока харасить не будем его. Надо ждать айтема. Нужен нулик. Ластхитить. Попроще, чтобы было. Так вот хотя бы. Что-то там происходит на руне, на речке. Я так не пойду. Я пойду вот так. Свежезафармленные поинты. Так сказать. Так, у Аксика там что-то фарма очень много, это плохо. Надо бороться с крипами. Или наоборот, побыстрее запушить, чтобы они от тавера начали умирать. Все, найс. Я запушил, чтобы сейчас крипы хотя бы под тавер ушли. Чтобы Акс, ну, хоть что-то как-то вообще не получил ничего. Так, можно сейчас припустить. Пацана на Аксе. Я так думаю. Или нельзя? Пятый левел. Да можно, почему нельзя? Тавер бы еще. Убил бы. Вообще прекрасно было бы. Я умру. О боже. Но был бы нулик, я бы его убил в любом случае. Но еще и классическо надо повыебываться обязательно. Хз, я его выебу сейчас приду. Куда? Куру, дайте мне куру, пожалуйста. Надо классическо повъебаться, там написать «Уебифе» там, «Мамку ебал» там, все такое. Так, погнали. Этого петуха надо прям под тавером ебать.
за его выебоны. Ребят, никогда не выебывайтесь в игре. Не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Так вот сделали. На молнию солью. Отойдем на руну. Можно на топ гангануть. Акса, Акс сильно не высовывается. Ага, там кто-то идет. Блокверк. Нормально. Погнали дальше. Сзади клок, но мы пойдем через вот этих пацанов. Это трипл. Хорошо. А, вся фишка... Бля. Это КГ. Это КГ. Дабл килл пацан делает. Блять. Дно вот это вот. Что ты с ним... Блин, он же тебя ультанет сейчас. Просто нафига ты так делаешь? Просто с... Я не знаю. Помойка на Аксе делает дабл килл. Везет пацану. Венга АФК ходит где-то. Ну ничего страшного. Ничего страшного. Мне нужен поинт бустер, который у меня сейчас в магазине. К сожалению, в магазине. Армлет там есть у пацана. Но Акса-то может выиграть на самом деле. Так, если подумать хорошенько своей головой пустоголовой. За такие фейлы, которые я допускаю. Вот за такой фейл. Не добить крипа помойного. То есть там фаст даггер и ГГВП. Надо сейчас крипов слить этих. Пойти прогуляться. Гоу его. Прям под тавером. Кто там? Макс еще на транквилах. Гоу. Я умру. О боже. Блять, я знал, что Акс там сдохнет. Че это дебил там выебывается? Просто выебывается. Пацан выебывается, ну, блять. ДЦП. Это ДЦП. Вот на Аксе ДЦП тотальное, потому что тупо выебывается. Я тебе не пугня, чё ты прешь там? Я тебе маму ебал. То есть вот это нет, это неправильно. Это неправильно, ребят. Это неправильно. Что там у нас со спекой? ГВП, братан, я туда не пойду. Как хочешь. Так, ну, надо этих крипов сметать быстренько. Пойду на руну. И на мид надо выйти. Надо сол... Уже сол бустер должен быть. Я три раза умер, из-за этого нету его просто. Хорош. Спека помогла. ХП. Гладли.
Потеем дальше. Потеем дальше. Почти сол бустер есть. Да, походу это рубрика команда мечты, потому что жестко душат. Найс, ну мне звонит кто-то. Алло. Что такое? Я уже не звоню. Все, давай. Ты звонил, говорит, я не звонил. Хотя я звонил. Ладно, берем солбустер, надо отпиться хорошенько тут. Найс. Я же выложил айтемы, господи. Ладно. Курьер, помоги. У меня траблы. Не, лучше вот так вот сделаем. Хорошо, хотя бы так. Хотя бы так. Так, что, у меня есть сол бустер, мне нужно теперь тупо... Дал, пей, фул. Хорош. Погнали. Аспек угоняет. Но нету ТП-шечки у меня, потому что у меня собралась аркана. Я упустил этот момент. Ребятам, ладно, дам маны. Так уж и быть. Почти Бладстоун есть. Хорошо. Пойду на руну сейчас. Почти есть Бладстоун. Это поздний Бладстоун уже, на самом-то деле. Сало вообще там просто стик. Ой, любимая руна на этом персонаже, если честно. Любимая руна. Пацаны там загуляли. Я пойду помогу там. Пойду помогу. Хорошо. Есть Бладстоун. Ой, линку покупаю, ёба. Ну если чё, сейчас у меня сколько? 9 утра, я записываю видосик для вас. Типа держите в курсе. Пойду разберу артефакты и надо завардить. Хотя нет, ребята вроде вардят. Есть ресипи Бладстоуна. Можно душить. Можно душить, бежим на базу. Чисто команда мечты. Команда мечты.
Прекрасно. Пацаненка этого загнобим в любом случае. Ну сейчас день, блин, вот тут меня крипы спалят, к сожалению. Ну, настакивай. Ой-ой-ой, ультимейт кончается, там просто нужно стакать. Свинюка должна. Хотя бы молнию. Хорош. Хорош. Свинюка, молодец, старается. Я не хочу фарм тут пропускать, хочу фарм. Боже, он просто под треком. Вы представляете, что свинья делает под треком? Свинья под треком просто изничтожает. Блин, ну вот меня бы сейчас туда. Ну, я, мне фарм дороже, да. Всегда была моей ошибкой. Вард снять надо, ребятки. Бегу, бегу. Держитесь там. Бегу. Просто спепелил. Не достану. Далеко, не знаю, он так мансанул, непонятно. Вроде типа как будто что-то знает, но на самом деле-то он ничего не знал. Надо взять дагер сейчас и пепелить дальше. Просто уже сейчас. Меньше фарма и больше испепелений задниц. Все, го, пацана, это. А, не, сейчас надо крипов забрать сначала. I coming. Трек. Главное трек накинуть. А, он видит меня тут каким-то образом. Как он меня там увидел, интересно. Бенга. Команда мечты. Всем желаю такой команды, ребят. Просто команда мечты. Все линии обоссали. Вообще все. Просто низ. Я мид обоссал. Потом топ обоссали. Это жесть. Просто команда мечты. Это фит? Это фит? Но вард стоит. Или он байтил? Опс. Не знаю, типа, ну, почему-то дал химик. Непонятно, если честно. Ну, меня тут видно было. По-моему, не должно тут видно. Хотя сейчас день, как бы. День есть день, должно быть видно. Вон у спектры радик на 19-й. ГВП. Ну, КГ. Пиздец. Нужно было свапать меня. Я там уходил. Свапать меня, наверное, не нужно было. Ну, в принципе, не сильно Bloodstone потерял, но тоже неприятно. Как видите, тоже второй спел бьет по товарам, этим надо пользоваться. Причем он таргет набьет, он... то есть дэмэдж рассыпается по сторонам. То есть если много целей, то соответственно и урона будет очень мало. В одну цель если начнет долбить, то будет классно. Unstoppable.
Пойдет. Но я топ смертник на карте. 4 смерти, я самый топовый фидер на карте. Но бывает. Юл сделаю сейчас. Надо Юл тут. Тут Юл нужен. Гоу, пацана. О, салам алейку. Как дела, братан? Напиши что-нибудь в чатик. Фу, курица там. Ну, ждать надо курьера. Я даже ускорю поход. Так, стоит палка у нас волшебная. Пугнас, оказывается, вообще не умеет на нем играть. То есть, если бы он изначально, то он мог меня обоссать на центре. Просто спамить палкой. У меня ульт включен, главное все. Как бы больше нечего бояться. Акс идет. Не попадаю станом. Палка поганая. Надо от нее отойти. Включить диаболики. Ребят, старался, я старался. Там палка поганая. О, блокер тут. Можно его убить, в принципе, есть его. Акс выкуплен. Купим травела, постоим в стороночке. Сейчас будет прыгать. Ах, не попадай. Не успеваю дать даггер. Не успела я дать даггер, к сожалению. Ну, я дальше не пойду. Все, хватит. Хватит, так сказать. Сделали грязи. Много. Я дальше не пойду, сорян. Пешки пополняем. Рунка есть? Есть, да, волдамага. Я на травелах прилечу. Бриз там соляру мутит. Не хочу туда идти. Так вот сделаем. Пойдет. Запилил, зажарил.
Собака. Юла нету. Нельзя. Статус висит. Ничего и нажимать нельзя. Ну нормально, ушел все равно. Я хз, я думал, я там не выживу. Хилочка зарешала, которую я все же повесил на себе там на 30 хп, на какие-то захилился. Помойных, так сказать. Реген на топе. Ну, придется юзать. Появились у нас когти. Шипи. Шипи появились у нас. Пойдет. Щипи. Сколько дэмэджа там? 220 дэмэджа per second. Это очень много. Если еще это под дискордом, это... Сори, это ГГ. КЗ команда мечты, победочка. Победили на Езу, как говорится. Палку главное поставить. Палку разбить бы. Раз, два. Защитил палку. Запилил. Все равно, я даже толком ничего не делал. Ну, ГГ. ГГ, вот такая каточка вышла.